Ребята, мы в деревне второй день, у нас утро. Но собираемся уже в город. Бабушки, холодно здесь, в деревне. Приехали, все отключено отопление, а на улице дубак. Тут Фарук сидит, там с ним играет. Вы в карты играете, что ли? Нет, так играет. Еще рано в карты-то играть. Рустам, это моей племянницы сын. Да, Рустам? Получается, Фаруха племянник тоже. Я да, Фарух? Читать. Чего там показываешь? Покажи, покажи. О, да. А это Амирчик, красавчик наш. Все, а ты что у тебя тут? Иди играй. Будем сейчас собираться в город. Иди садись, играй. Иди поиграй с ним. Все замерзли, мы в деревне замерзли. Амир, собирай свои вещи все. А, девочки, будем собираться, увидимся уже мы в городе. Не, не буду забираться. В город не хочешь ехать? Нет. Завтра в садик. Вот так мы с такими истериками уезжаем в город. Любишь деревню, да, Амир? Да. Любишь деревню? Помногу. Помногу, да? Вот когда каникулы начнутся, мы приедем, и когда тепло будет на улице, приедем на много дней в деревню. Нет. Сегодня холодно, даже на улицу путем не сходить, потому что на улице у нас -2 градуса, представляете? -2, утром был снег. Сейчас солнышко светит, но вот там тучи бегут черные, вот там на этих тучах снег. Нет, в общем, мерзнем. Вот такая у нас погода, опять пошел снег, что ли, тут должен быть... Дождь, наверное, а идет из-за того, что холодно. Такой снег, типа града, что ли. Ну, да, мы поедем в город. Все, тут холодно. В деревне делать нечего. Подождите. Девочки, мы стоим, поехали в город. Да? А мы... А мы стоим на переезде. Портите все. Как всегда, мне все испортили. Стоим на переезде. Нет, все заново там. Говори, говори, кому говорить. Девочки, а мы стоим на переезде. Самый, наверное, нормальный момент за весь день, да? Смешной. Так, все, еще, стоп. Поезд. Все, а мы стоим на переезде. Пропускаем поезд и едем в город. Бери букву Д, если она есть в твоем имени. Не пропустить не могу. Да, не пропустить не могли. Перед нами опустили вот эти вот шлагбаумы. Так подскочили бы. Я всегда почти. Мы стоим. Наверное, больше стоим, чем едем. Чем едем. Выезжаем. Ждем поворота. Уже отдайте мне ее. Выкидывай. Выкину. Че, надо что ли? Тебе сосу надо? Сосу. Папа, ай-яй-яй, отдай. Чего это там, занозы? Нет. Острые, да? Я даже отсюда и вижу. Я ощущаю, вот здесь сохнет и больно. Где заноза? То же самое здесь. Там болячка. Болячку попала. Болячка уже, видишь, как прошла? Да. Все, мы уже в городе. В городе, ура! Сейчас в магазин и домой. Ой, жарко. Сними. Так я же тебе говорю, сними курточку. А ты сказала?
красный, тут всем жарко. Все, ребята, мы уже дома. У нас тут уже суета. Раздевайся, Лешка. Приехал с нами в гости к нам. Делать нечего, туда-сюда ездить. Да, вообще, сидела бы дома. Что, правда, тупо? Ладно, мы шутим. Лера, ты понимаешь, что мы шутим? А в шутке есть доля правды. Я довольна. Да, с нами связываться вообще опасно, да, Фарух? Да? Коварные мы. Женщины. Ой, как всегда, он говорит, мы непонятные женщины. Непредсказуемые женщины. У нас вечно обувь тут. А это обувь, что в деревню брали. Сейчас стирка, как всегда, у нас будет вагон. Сейчас разбирать. Да, это надо здесь из пакета ставить, потому что надо будет разобраться. А это пакет на кухню. Ого, что тут набрали-то? Еще в магазин заехали по пути. Но мы в магазин не заходили. Мы сидели с детьми в машине. Потому что... Да, распаковочку, как всегда. Он прикольно, смотри. Да, ему там холодно, он зарылся. Домик себе. Рвет, мы видели, как он грызет, прям зубами рвет бумагу эту. Да. Лапами держит, а зубами рвет. Так, огурчики купили. Кашку Давидику. Молочко. Сегодня у нас будут пельмешки, я так понимаю. Да какие пельмешки? А, не покупали пельмешки, а? Мы решили приготовить курицу в духовке запечь. А, вот что будет, вот, тоже неплохо. И макароны вот это. Угу. О, даже напоминать, я думала, блин, семечки. Так, сейчас семечки, мои любимые, огурчики, хлебушек, семечки, молочко, кашку, Давидику. Да, меньше, больше, чем конфет. Морковка, йогурты малышам, простоквашино вишневый. Да, да, да. Так, тут картошка пакет порвался, здесь курица. Это вот бедрышки, обычная? Да. Еще йогурт. Так, колбаска такая краковская, крайская. Вареный. Говорят, молока нет. Да, ну да, молоко идет. О, а хлеб взяли. Вот такую икру тоже вкусненькую. Давно уже не ели. С бутербродиком. Да, она вкусная. Да, в морозилку. Помидоры взяли. Еще. И вот тут отец картошку развалил. Сейчас надо собрать. Детям леденцы взяли. Да, Видику йогурт. Можно, можно. Я сейчас картошечку уберу. А еще вот груши взяли. Все, картошку убираю. Тебе киви взяли. А, вон еще киви. Кирилл, Амирчик у нас любит киви. Вот такая покупочка, как всегда. Небольшая. Все, девочки, сейчас это я разложу по местам. Ребята, мы приехали на вокзал. Ярославль главный. Приехали мы покупать билеты. На поезд. Вот. Будем покупать Ярославль главный Анатом. А, Кристинка с Фарухом поедут на автобус на машине. Так как мне места в машине не хватает, мы с Давидом поедем на поезде. Вот едем с билетами. Сейчас мы купим их. Я вас тоже поздравляю. Вот, девочки, в предвкушении. Мы еще, кстати, билеты смотрели в онлайн-сайте. Хотели купить, ну, через сайт. А там ребенка не забить. Взрослого забивается документ, а на ребенка никак. Вот пришлось ехать и покупать. Так, девочки, вот идем в кассы, там билетные кассы. Идем туда.